Да, так вот, значит, после приезда Пушкина все случилось символично, насчет ревизора. Итак, Нижний Новгород менялся, ну, не так часто, как любой город, и менялся он, значит, серьезно, вот на нашем обозримом этапе, вот два раза. Во-первых, это год 34-й, и несколько лет позднее, а во-вторых, это уже конец 19 века. То есть, дело в том, что Николай, приезжавший в Нижний Новгород сразу после Пушкина, сказал: а все у вас плохо, улицы грязные, там, свет занемощенный и так далее, все переделать. А, ну, в этом смысле, вот, ревизорство Пушкина, вообще говоря, могло иметь подтверждение. Петрулин, может быть, так и думал, что все было, потому что год спустя приехал в зале и сказал, что, ну, все плохо. И вот с этого года город очень здорово меняется. А вторая века, это 96-й год, когда мы 115 лет назад, да? Так вот, улица Большая Покровская, она, конечно, была такой прямой и красивой. Ее спрямили очень так все давно. И она упиралась или начиналась, заканчивалась у Кремля, а начиналась вот примерно здесь, ее вот, болотом. Здесь были Покровские пруды. Воды тогда где было уже. Вот Черный пруд, это с того же разряда, только Черный пруд тоже вы сейчас нет, да? Вот. Здесь было не очень зрелище хорошее, воды было уже в этих прудах мало, но у них мест было. Их в итоге засыпали. Засыпали, ну, чем смогли, мусором и так далее. А вот где мы дорогу переходили, вот эти Покровские пруды слева и справа были. А через них проходило, вот где сейчас переходили дорогу, мост. Мост разожали. И вот с тех пор площадь Горького появилась вот уже после Пушкинской времени, когда засыпали Покровские пруды. Ее называлось, ну, очень по-разному. Сначала называлось «Новое», потому что оттоп появилось. Потом «Базарное», потом «Новобазарное», потом «Арестантское», потому что, я не знаю, училище МВД, как называется. Вот там была «Арестантская рота», находилась, все это связано. А потом стало называться «Площадь Горького». Чем она интересна? В культурном смысле, ну вот разве что в том связи все знают, как и Петер Гринберг, это 30-е, по-моему, годы, 40-е, то есть довоенные. После войны как в Розовом фильме. Как и Чкаловскую лестницу, собственно. А сама площадь чем интересна еще? Вот дом связи, конечно, плюс ботаники, наверное, сказали бы, в хорошем смысле, профессиональные ботаники, они бы сказали, что здесь очень много должно быть и было раньше видов растений. Даже экзотических. Я, к сожалению, не могу пальцем показать, что